Добрый день, дорогие зрители канала о растениях. Сегодня мы с вами питомники Агрофлора. И вашему вниманию я хочу представить барбарис, который называется Red Rocket. Чем он отличается от многих видов барбарисов? Тем, что все его ветки смотрят вверх. Это один из видов барбарисов эректа. Как вы видите, дорастает он достаточно до большой высоты. Учитывая то, что в каталогах в основном дендрок идет до 120 сантиметров, как вы видите, этот барбарис уже вырос до 1,5 метра. Все ветви его, как я уже сказала, будут смотреть четко вверх. И на высадке, именно на газоне или на вашем участке, он будет смотреться как кусок красного пламени, такого очень красивого, но не ожидайте, что он раскидает ветки в стороны и займет достаточно широкое пространство. Этот барбарис можно высадить в каком-то месте, там, где вам нужно забить именно узкую часть. Не забывайте никогда о том, что все его ветви смотрят вверх. И еще, если этот барбарис, как и все красные формы, высадить на ярком освещении, он будет вот таким вот ярко-красным. Если же вы высадите его в полную тень, он будет больше зеленым, чем красным. В полутени это будет зеленоватый барбарис с красноватыми немножко кантиками. Поэтому вам решать, где его посадить и какой цвет вы хотите видеть. Конечно же, на солнце он приобретает ту форму, тот цвет, который ему и положено. Red Rocket. Всего доброго. Смотрите наш канал.